Дело в том, что только что с Ваней мы прибыли на это место и видели очень странное тепловое явление, имя которому мы пока не знаем. Возможно, сейчас мы являемся свидетелями первого контакта с Земли с инопланетным разумом, потому что металл, на котором видны эти обгоревшие останки, металл явно неземного происхождения. Может быть, это последний наш репортаж с вами, но это сенсация. Это новый переворот в науке. Снег почти не расплавлен. Только совсем немного. Металл.